Алена Савченко и Брюно Масова выступают за Германию. После короткой программы они находятся на четвертой строчке. Да, не просто им придется. К тому же, я помню, Татьяна Анатольевна, вы не слишком хвалили выбор музыки этой произвольной программы Алены. Но тут уже ничего не поделаешь. Придется катать то, что поставлено. Ну, музыка музыкой, да, но элементы элементами. Не было, и опять арбитры уверенно ставят третий. Еще один поют. Комбинация, это называется наши прыгали каскад. Алена запорола прыжочек. Интересный ходыш. Закрутил. За другую руку она. Да, да. Очень сложно с перепрыжки в поддержку с другой стороны. Молодец. Старается очень сложно кататься. Провели серьезную работу над ошибками, с поддержками нет проблем. На Европе было много. От этой музыки, мне кажется, что пластинку заело. Сальто. Чисто.
свидания. Она довольна. Она довольна. Но Столбова Климов сегодня лучше. Сегодня не считается. Нужно по сумме 2 дней как минимум. О, а у нас есть еще возможность послушать Женю с Володей. Тарасова Морозова в гостях у Софьи Авакова. Ребят, season best. Ну, наверное, это лучший финальный аккорд для сезона. Да, безусловно. Лучший и самый приятный аккорд. На мажорной ноте закончили, можно сказать. Довольны прокатом. Было тяжеловато, конечно, вступать последним стартовым номером в разминке. Немножко в начале какой-то сумбур задавался в ногах, в шагах. Но потом раскатились уже ближе к третьему элементу и уже хорошо закончили. Тот факт, что 2 дня подряд пришлось выступать, это в физическом плане, наверное, еще как-то усложняло задачу? Ну, 2 дня подряд мы так и тренировали на тренировках. Единственное, что усложняло, это опять в первой половине дня ты уже заканчиваешь соревнования. То есть утренняя тренировка только выбивает, в принципе, остальное хорошо. Ну, чемпионат мира, заключительный старт в сезоне, уже есть какая-то, может быть, ностальгия легкая по этим программам? Зрители вроде уже откатали, уже все, по идее, это уже... Там подумать. Да, сейчас ностальгия вряд ли у меня появится в ближайшие 2 дня. Только желание отдохнуть. Да, желание отдохнуть. Сезон был долгий, серьезный и тяжелый. Немножко расслабиться. Вас поздравляем с отличным выступлением, молодцы. Спасибо. Но у нас желание смотреть и смотреть, чтобы этот чемпионат не заканчивался и не заканчивался. Одна другой лучше выступают сегодня пары. И сейчас мы ждем оценок Алены Савченко и ее партнера Брюно Массо. Алена сделала выброс на 2 ноги и не прыгнула сальто. Но они ей поставят больше. Я думаю, что наши проиграли, конечно, получше шпагату. Проиграют. Потому что лучше шпагат. Разница между Алениным исполнением и исполнением Ксении с Федором. 2,4 балла. Почти 2,5. 2,4. И сейчас мы смотрим, сколько они получают за произвольную программу, и они выигрывают 1,5 балла у Ксении с Федором, конкретно в произвольной программе. Третье место. Рамсавченко, Брюно Массо, вслед за канадцами и китайцами.